говорить о том, что помним ли родимы. Здравствуйте, зрители моего канала. Привет вам с Кондрашовки. И сегодня речь будет о ремонте садового ручного бура, земляного. Значит, в чем проблема? Проблема этого бура в том, что вот его этот шнек, он тут лопнул. Сейчас попробую вам показать. Вот это место. Вот. Тут он лопнул, отскочил. Вот тут было видно место приварки. То есть он еще и сместился немножко. Придется его как-то так вернуть на место под этим углом. Сейчас буду ремонтировать этот бур с помощью электродуговой сварки. Первым делом нужно будет сейчас взять вот этот большой молоток или даже маленькая кувалда, такой ручной молот, в общем. Вот этим ручным молотом немножко его там угол установить, а перед этим, что, так как чтобы он вообще не, этот диск не отпал, этот диск он не нагружается, так как бурит маленький, а этот он как бы идет для выброса земли вверх. Поэтому вот он не под нагрузкой, тем не менее, вот во время извлечения земли он отвалился. Я сейчас сделаю прихватку, а потом, значит, вот этим ручником, молотом, я его немножко осажу, чтобы он стал на вот место, где он там был. Вообще, буры эти я вам рекомендую. Как бы я ими делаю лунки. Под столбы делаю лунки, можно делать лунки под посадку деревьев. А если вы очень упертый, то вы с помощью такого даже можете сделать небольшой колодец. Ну, в смысле, в глубину. Вот, как говорит производитель, там, по-моему, до 10 метров они с помощью него смогли сделать вот отверстие. Но это нужно вот как бы наставлять трубами его удлинительными. Вот. Ну, так что начну. Ручной бур был починен. То есть вот он теперь проварен, начиная отсюда. Вот. Здесь полностью. И эта сторона тоже проварена. До этого он был только как бы проварен с одной стороны. Поэтому, видимо, и как бы такими прихваточками не очень как бы качественно. Но это уже там, опять же, завод так сделал. Бур хозяйство незаменимая вещь, ну, по крайней мере, для меня. Я думаю, для тех, кто переезжает там с города на землю, тоже, что он обязательно будет нужен постоянно. Вот, я его починил, и теперь вот могу бурить. Вот такая дернина, вот трудная, она еще и сухая. Камни. Процесс вот, как видите, идет. Я вам покажу его в действии. А вот тут он еще какие-то эти осколки кирпича. Покажу его в действии на более такой легкой земле. Так что вот сломанную вещь надо не выбрасывать, а чинить. На этом до свидания. Привет вам с Кондрашовки. Подписывайтесь на канал. Вас ждет еще много интересных сюжетов.